Рада всех приветствовать на своем канале о вязании. И сегодня я для вас подготовила вот такой рельефный узор, который отлично подойдет для вязания шапок, снудов, а также можно связать кардиган. Раппорт узора составляет всего 5 петель и 2 ряда. Изнаночная сторона выглядит вот так. Для поворотного вязания вам необходимо набрать количество петель, которые делятся на 5, плюс 2 петли симметрии и 2 кромочные. А теперь давайте приступим к вязанию. Для своего образца я набрала 14 петель, буду вязать 2 раппорта. Кромочную снимаем, не провязывая. А теперь вяжем подготовительный ряд. 2 лицевые. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем. 2 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2, 3. В конце 2 лицевые — это петли симметрии. И в конце кромочной провязываем изнаночной. Готово. А теперь первый ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. 2 изнаночные. Далее делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой за задние стеночки. Накид и 2 изнаночные. Повторяем. Накид, 3 вместе лицевой за задние стеночки. Накид и 2 изнаночные. В конце кромочную провязываем изнаночные. И второй ряд узора, заключительный. Кромочную снимаем, не провязывая. Затем вяжем 2 лицевые . А далее перед нами 2 накида и петля. 3 петли нам необходимо провязать изнаночными. Но мы сначала провязываем второй накид, не сбрасываем. Далее первый накид, сбросили накид, провязанный накид. Далее петля изнаночной, сбрасываем провязанный накид и 2 лицевые. Повторяем. 2 лицевые, теперь вяжем 3 петли изнаночными. Сначала второй накид, далее первый накид, сбросили, а теперь петлю провязываем изнаночной. Сбросили второй провязанный накид и 2 лицевые. В конце кромочную провязываем изнаночной. Далее повторяем узор с первого ряда. Друзья, если был мой мастер-класс полезен, поставьте лайк, а также подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. До новых встреч!